Очередной раз открыла свои двери творческая гостиная «Пастораль» в северной столице. Все желающие имели возможность познакомиться с необычным ансамблем из столицы Беларуси «Веселые ребята». Коллектив непростой, его участники – это подопечные Свято-Елизаветинского монастыря и проживают в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов. Вместе с сестрами мы и братья вас хотим развеселить и концерт вам подарить. Поистине подарили хорошее настроение участники ансамбля «Веселые ребята». Они приехали в гости в северную столицу и побывали в творческой мастерской священника Анатолия Першина. Такие встречи в ресторане «Пастораль» стали уже доброй традицией и отличным поводом для открытия новых талантов, новых исполнителей. На протяжении 26 лет существует этот музыкальный коллектив. Все они непрофессиональные музыканты. Поют их сердца. И делают они это с душой. Участники – это подопечные Свято-Елисаветинского монастыря. А проживают они в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов. Получается так, что в интернате мы не занимаемся лечением. То есть поддерживающее лечение они получают. Но основная наша задача – это создать максимально комфортные условия для их проживания и улучшить качество жизни. Естественно, участие в реабилитации и вот таким образом, как связь с музыкой, связь с творчеством, связь с церковью, очень положительно влияет на самочувствие ребят, на настроение. Можно исцелять музыкой, да, творчеством, да. И я думаю, что есть эти исцеления, но нужны ли они вообще? Потому что драматургия жизни, она такая, что эти люди... Господь, ну как бы, Господь бывает человека смиряет через это. Господь для чего-то человеку дает. Может быть, они намного ближе к райскому состоянию, чем мы, живя в этом грешном мире. Может быть, они там укрылись просто, понимаете? Может, это действительно монастырь, вот эта психиатрическая больница. Может, действительно, это место подвигов. Вот, а не то, что мы здесь разбогольствуем, мы о чем-то говорим, там, о возвышенных вещах. Они уже это, они остаются детьми. Их непосредственность, открытость, простота и любовь ко всем удивляет и поражает, признаются зрители. Сразу душа откликается, сердце тоже поет. И, конечно, все проблемы, все какие-то невзгоды, которые казались важными, они уходят. «Веселые ребята» в рамках благотворительных проектов уже не раз выступали в России и Европе. В планах на ближайшее будущее – поездка во Францию.